Как вы знаете, в конце прошлого года приняты поправки в закон об участии в долевом строительстве. И в народе пошли разговоры, что вообще это самое долевое строительство теперь невозможно и что его отменили. Прокомментируя ситуацию, мы пригласили экспертов в нашу студию. У нас в гостях Светлана Прокофьева, директор компании «Метрооценка», а также Анастасия Галай, сертифицированный аналитик рынка недвижимости. Доброе утро! Доброе утро! Доброе! Откуда пошли вообще все разговоры о долевке? Где-то примерно год назад появилась дорожная карта, и речь шла о поэтапном отмене вообще самого механизма долевого участия в строительстве жилья. В связи с этим сейчас именно об отмене, да, привычных договоров долевого участия речи не идет. Речь идет об изменении механизма участия и застройщиков, и банков, и, соответственно, дольщиков. То есть, если раньше дольщики приносили деньги застройщику, да, и он их тратил на свое усмотрение, то сейчас, во-первых, уже с 1 сентября прошлого года идет банковское сопровождение застройщиков с контролем расходов, да, и финансирование стройки. То есть банк контролирует, куда тратит застройщик деньги и на целевые ли нужды? Да, то есть каждый застройщик на каждый проект должен открыть спецсчет, точнее уже должны были открыть спецсчета, и банки, у них есть перечень, куда могут тратить, куда не могут тратить. Соответственно, если банк видит, что это не целевое расходование средств, он может отказать в проведении платежа. Второй вопрос – это о том, что с 1 июля 2019 года все новое строящееся жилье будет продаваться только при помощи банков, то есть через счета эскроу. Деньги вы приносите не застройщику, деньги лежат дольщика в банке до момента сдачи дома. Единственное, что сейчас ждут еще одни поправки, и будет решаться – кому все-таки разрешат допродать остатки квартир по старым условиям, угу, да, а остальные должны будут с 1 июля продавать только таким образом. То есть какой-то такой раздел, да, период раздела. Ну просто, что такое участие в долевом строительстве? Это возможность купить жилье на этапе стройки, ну прям так по-простому. Угу. Как бы. И этот механизм, в принципе, он не отменен. Как мы раньше могли купить это жилье на этапе стройки, так и сейчас эта возможность сохраняется. Стоит, наверное, больше вопрос о экономической целесообразности. А надо ли теперь на этапе стройки покупать это жилье? Потому что ранее застройщики были в этом заинтересованы, потому что получали дополнительную оборотку. Сейчас они не могут воспользоваться средствами дольщиков, потому что средства дольщика лежат в банке на эскроу-счетах. И застройщик либо строит за свой счет, как бы за счет своих ресурсов, либо с привлечением как бы банковских кредитов. Поэтому вопрос, насколько интересно будет ему сейчас продавать на этапе стройки квартиры, вот это, наверное, основной вопрос, откуда и выросли вот эти вот ноги разговоров о том, что долевка отменяется. Вы ожидаете, что цены повысятся? Здесь нужно понимать, что, во-первых, у нас все-таки будет какой-то объем тех, кто будет продавать по старым условиям, да? Во-вторых, нужно понимать, что у нас появляется такая вещь, как проектное финансирование. И, соответственно, на себестоимость строительства накладывается еще и банковский процент. Да. А здесь пытаются заинтересовать застройщика продавать на ранних этапах строительства. То есть есть ставка. И чем больше денег лежит на счета эскроу, тем ставка это ниже. Ставка банковская. Да, да, ставка банковская для застройщика. То есть вроде как бы пытаются заинтересовать застройщиков работать по этой схеме. Но понятно, что в перспективе на себестоимости строительства этот процесс все равно скажется. То есть будет какой-то переходный этап, да, когда цены будут практически на том же уровне, что сейчас, потому что рыночные механизмы никто не отменял. Мы понимаем, что если доходы населения не росли в последние годы, то, соответственно, покупательная способность не выросла, да, и если просто цены подымутся, то могут упасть продажи, да, и застройщики, это логично, которые хотят продолжить работать, да, и в новых условиях в том числе, они не могут себе сейчас этого позволить. В перспективе, да, когда продастся большая часть текущих остатков, у нас сейчас очень большой объем предложения на первичном рынке жилья, и если из него хотя бы там половина будет еще продаваться по старым условиям, то понятно, что это сдержит рост цен. А в дальнейшем большинство экспертов сходится на том, что в среднем оценка где-то на 15% года через 3 у нас цены вырастут. Какое жилье сейчас востребовано на рынке недвижимости? Все-таки мы уходим в сторону более как бы комфортного жилья. У покупателей точно так же это все проявляется. И даже анализируя вот запросы граждан как бы там 3-5 лет назад, что они спрашивали, какие критерии они выставляли, mm-hmm, когда подбирали себе квартиру, можно сказать о том, что вот набор этих критериев он практически увеличился в 2 раза. Люди начинают понимать, что они хотят купить, и люди начинают очень четко понимать,
понимать, за что они заплатят деньги. Но, безусловно, как бы склоняются, я думаю, в первую очередь в сторону безрисковости. То есть недостроенное, строящееся на как бы первых этапах строительства, но сейчас, наверное, практически уже не рассматривают. Это вот редко-редко. Это должен быть очень-очень надежный застройщик, чтобы его покупали на этапе стройки, когда там, ну, половина там дома возведена или еще что-то. Безусловно, до сих пор есть люди, которые видят только цену, и они уже не обратят внимания ни на локацию, ни на надежность. Они просто понимают, что у них есть вот небольшой объем средств, и они на эти средства могут себе купить отдельную квартиру. Ну, и они вот думают просто про метры. Да, и вот это вот желание все-таки иметь там свою недвижимость, хоть где-то, но свою там маленькую, может быть, не в удобном месте, далеко от города, там, с какими-то другими нюансами. Но новую. Новую. Вот здесь важные критерии. Да, это есть. И, ну, вот сейчас рынок такой. То есть, если такие покупатели, такие, нам, конечно, как риэлторам, как аналитикам, очень интересно это все наблюдать, как это развивается. В феврале у нас будет 6 февраля проходить федеральный саммит по недвижимости, про девелопмент он называется. Это одно из подразделений, есть такой большой про эстейт в Москве, он проходит обычно. Большой очень саммит, прям такой международный, на несколько дней, с большим количеством участников. Вот, и они как бы сейчас такие же мероприятия проводят локально, то есть на региональном уровне. Он тоже уже проходит не первый раз, и в этом году интересный набор спикеров. Тут и представители власти будут, и архитекторы, и застройщики, и мы, аналитики, тоже расскажем о рынке недвижимости. Кому может быть интересно? И властям, и топ-менеджерам, и инвесторам, да, потому что все равно как бы строительство – это вещь такая достаточно интересная, если правильно распоряжаться, достаточно прибыльная. Есть куда развиваться, и есть на чем зарабатывать. Вот. Ну и плюс все равно это общение, новости на этом рынке, статистика, то, что мы всегда рассказываем о нашем рынке. Я думаю, мы так всегда раскрываем горизонт отрасли в целом. Поэтому как можно попасть сказать, да, на мероприятие? Условия участия. Участие бесплатное, но обязательно регистрация предварительная. То есть нужно набрать ProDevelopment в Ярославле, зайти на сайт, зарегистрироваться. И совершенно спокойно 6 февраля к 11 часам прийти в парк Инн Ярославль. Друзья, кому интересно более подробно познакомиться с темой девелопмента, с темой недвижимости, инвестирования, то, пожалуйста, по приглашению наших гостей примите участие. Мы же будем продолжать наши встречи. Огромное вам спасибо за то, что консультируете нас в такой важной и животрепещущей для практически любого человека, у которого есть дом, теме покупки и продажи недвижимости. У нас в студии были Светлана Прокофьева, директор компании «Метрооценка», а также Анастасия Галлай, сертифицированный аналитик рынка недвижимости.